Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, мы продолжаем захват Японии в сетевой игре Сёгун 2, закат самураев, генерал у нас. Ну и планы на данную серию у нас такие. Нам нужно отвоевать несколько ключевых построек. Я пока вот атакующие хочу захватить, то есть вот эту вот провинцию, ну, добраться вот до этой. Также мне нужно еще порт отвоевать, несколько штучек. У нас пока ближайший только вот этот, и наверное на этом все, да? Дальше только здесь порт тут. Ну да, далековато находится, чтобы потом на по морю пройти и вот эту вот, полос, ну как бы материк уже не японский, завоевать, в общем, вот эту край карты. Ну а пока захват Итю будет у нас. Ну, поиск противника мы на паузе прождем и начнем уже, когда его найдем. А, вот сразу и нашли. Не стоило долго ждать. Так, казна у нас маленькая. 1300, да? Изменить армию. Из ветеранов мы можем взять катанщиков. Один отряд, например, 470 монет. Можно еще и вот этого парнишку взять, 470 монет. Где он есть? Вот он, 420. Отлично. Поздороваемся с дружком. Немножко в темноте пишу. Первый уровень бронзы, такой же, в принципе, как и я по статистике. Ну, он, в принципе, даже вообще новичок в игре. Я думаю, пора нажимать. Да, пора нажимать. Идти в атаку, кстати, нет. Давайте мы сделаем вот таким образом. Вот так вот, да. У нас 50 монет было в запасе, и как раз наш ветеран на 50 монет был дороже второго уровня. Вкачанный немножко. Прокачал я в прошлой серии генерала револьверы. То есть наш генерал может еще и отстреливаться с револьверчиков. И сбор войск еще у нас вкачан. Добавили нам за последний бой очко навыка для генерала, и я его вкачал в сбор войск. Так, ну что, слабенький противник попался, но оно мне и еще лучше даже, что он такой попался мне. Я думаю, легко будет захватить эту провинцию. Так, только вот я не посмотрел, в каком он, в оригинальном сёгуне или в закате самураев. Так, ну что, выставляем своих красных медведей. У нас здесь дадзё брони, а здесь у нас святилище. Good luck. And you. And you. Давай, красные медведи тогда вот так вот пойдут. Таким вот образом, я думаю, хотя нам можно даже немножко строем уменьшить, в плане того, что если они чуть-чуть просядут, их можно спокойненько, ну, они, строй пополнит свой, и в таком положении, я думаю, нормально у меня будет. Тогда вы, ребятки, здесь, кавалерия таким образом, ну, и генерал вот здесь вот. Все. Пойдем сражаться, не будем долго думать, мучиться. Таким строем, да, все, все нормально. Да, мне нравится. Святилище я захвачу, моралька никогда не бывает лишней. Броня, поскольку мне нужна, так как лучников у меня нету, а броня патрона она особо не спасет.
Да, идет он точно так же по прямой здесь, всеми своими воинами. Ну, а мы бежим сюда. И если получится, у меня даже хватит времени оббежать. Ярикати, белые тигры, белые тигры, белые тигры и охрана военачальника. Белые тигры стоят по 500 монет, 1500. Ярикати в районе 600. 200, генерал у него где-то монет 300. Значит, еще кавалерия в лесах. Это 100%, что там еще есть кавалеристы. Они вот здесь вот сейчас будут продвигаться. Я думаю, мы сейчас немножко... давайте, наверное, вот так. Так. Вот так вот пробежимся. Так, а вы, дружаны, вот сюда вот. Просто прочекайте лес. Я не хочу внезапной атаки кавалеристов. Вы, друзья, выходите из отряда. Так. Ctrl-G. Ctrl-G. Отлично. Можно чуть-чуть вперед еще их продвинуть. Не, давайте пешочком тоже мы сейчас будем спрятанным идти. Так, и теперь они уже отступают. Можно чуть-чуть давить. Пешочком. Так, святилище захватываем. Еще бы, конечно, броню тоже захватить было бы неплохо. Для этого у меня нету отряда. Так, тут рельеф. В принципе, нормально все. Хватит здесь. Останемся пока тут. Занимает он оборону. Святилище взяли. Пока чуть-чуть продвинемся еще вперед. Так, а вы, друганы, просто пешочком обходите его со стороны. Белые тигры. Ярики. А, ярикати, да. Так. Ну, строй он... А, вот, раздвигает все-таки. Я уже перепугался, что построится он не очень. Я-то широким строем, чтобы весь ряд выстреливал. Можно попробовать сейчас завязать драку. Скажем, мне достаточно будет вот так подойти. Как только начнут стрелять. Так, ну, я думаю. Достаточно будет. Мои красные тигры начнут с белыми тиграми стреляться. Я пущу кавалерию вот так. Так, все. По идее, должны уже начать стрелять. Угу. Ну и вот они, да, катана Катя. Спрятанные в лесах были. Но это все фигня. Чуть-чуть вперед. Там же и кавалерия. И генерал. Так, это у него кто? Ярики, да. А можете отбежать немножко? Нет, уже, наверное, нет. Don't cover. А
Отходим. О, там еще и лучники есть. Ничего себе. Расстреливаем врага. Враг уничтожил весь отряд. Да, кавалерию подсбили. Чуть-чуть назад. Там лучники просто простреливают. Угу. Добить их. Я Рикати. Так, теперь отходим. Лучником не хочу сражаться. Так, я Рики, 18 человек. Угу. Залпом чуть подстрелили. Генерал Бафик. Ну, почему не стреляем? Давай, 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 высекаем их. Кота на Кате высекаем. Отлично. Теперь строимся. Назад. Вы, ребятки, вперед. Я думаю, мы сейчас здесь победим. Так, что-то зависло, наверное, ливает. Я думаю, да. Выдернул шнур. И вот пуля попадает прямо в тело человека, и он выживет, наверное, если отлагает. Нет. Отлагало. Бывает такое. Убиваем генерала. Ну, теперь точно он ливнул. Это 100%. Красные медведи с задачей справились. Ну, давай, давай, давай. Не выпендривайся. Патрон летит и убивает лошадь. Да, он выходит из игры. Чтобы не портить, видимо, себе статистику. Ну, вот такие вот попадаются игроки, которые просто Alt F4 жмакают. И все, и здрасте. Ну, а пока поиск следующего противника. Я думаю, можно и на паузу нажать. Сейчас я только выберу провинцию. Так, ну это уже не особо интересно. Вот красные медведи получают ранг. Мы получаем конных лучников. Получаем контроль над провинцией. И нужно двигаться вот сюда. Вот здесь у нас одежда самурая. Порча продовольствия. Конокрады. Торговец с лошадьми. Улучшенный казенный механизм. Скорость перезарядки орудий броненосца. Ну, это потом. Тогда вот сюда вот. Хотя одежда мне особо не нужна. Лучше вот порчу продовольствия возьмем. И потом можно будет шиншигуми завладеть. Так, быстренько мы сейчас подкорректируем себе воинов. Конные лучники у меня теперь есть, да? Конные лучники мне не особо нужны. Где мой ветеран, который... Вот здесь вот второй ранг. Скорость, 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 скорость. Нет, наверное, лучше
атаку ближнего боя накачнуть. Так, а всадникам у них 10 на 4, натиск 15. Натиск насколько увеличится, если, блин, ради интереса. Ага, на пятерку. Да, это хорошо. Защита в ближнем бою, атака в ближнем бою. И атаку в ближнем бою качнем. Точно так же и тебе. Натиск еще. Да, все. По 890 зато цена их стала. Стоимость и красных медведей. Перезарядка 35, меткость 40. Скорость перезарядки, я думаю, надо брать. Да, вот таким образом. Чем быстрее перезаряжаются, тем больше они выстреливают. Это логично. Ну и спокойненько теперь поиск противника. Нашли мы врага. Второй уровень бронзы. Да, тоже один из новичков. Причем это с оригинального сёгуна. Мы берем ветерана второго катанчика, и в принципе таким же составом можно идти воевать. Успел ему написать доброжелательный таки Джек. D4 NL3 LS Джек, то есть дан, если четверка как А, то есть Джек дан Даниэльс, да, Джек Даниэльс, наверное, так будет читаться его ник. Ну да бог с ним. Нам главное, чтобы он вступил, снубил. Ну там сейчас, скорее всего, будет куча сигаром, которые с одного залпа моих красных медведей разбегутся. Ну, просто разбегутся, скажем так. Так как, ну, нечем. Морали нету, там 4 или 5 морали, по-моему, на Уасигару, а то и 4. И зал просто их в панику кинет. Так, дадзё, надо вот это бы забирать. Святилище однозначно. Броня не особо нужна. Нам нужно святилище забирать как можно быстрее. А вы, друганы, давайте тогда вот так вот бегом сюда. Катанчики чуть-чуть позади. Вы, ребятки, давайте броню. Но это как? Мастерская защиты усиливает доспех и защита в ближнем бою. То есть не просто броня, а еще и защита. Это атаку и натиск увеличивает. Генерал здесь. Только ты, дружок, мне здесь особо в отряде не нужен. Просто побежишь вперед. Вот так вот. Все. Да, все отлично. Нормально. Начинаем сражение. Бегом вперед. Так, что мы имеем? Мы имеем. Ах ты, блин, французская морская пехота. Откуда она у тебя? Ярики. Вроде ж как с оригинального сёгуна был. Белые тигры. Второго уровня уже французы есть. Ничего себе. Круто, конечно. Давай. Мы не дадим ему захватить, это точно. Вот здесь вот встанем. Что-то с рельефом. Нормально можно будет пробивать. Понятное дело. А вот ты можешь спешиться. Все. Держим. Держим сейчас строй. Пошел он атаку захватывать. Чуть ближе.
Надо французскую морскую пехоту, конечно, забрать. Успею, интересно, напасть. Пока ярики бегут. Давай, 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 давай. Отлично. Французскую морскую пехоту черджанули. Но это очень важный мув, потому что, ну, мой, к примеру, парень. Ваш отряд покидает Battlefield. Плевать. Французская морская пехота, вот почти полотряда было снесено. Так. Ну, святилище мы забрали, можно чуть-чуть отступить. Французы, конечно, очень сильно бьют. 63. Так, а теперь белые тигры забирают. Так. Еще разочек мув такой сделаем. Сейчас мы тут... Ну, святилище не дадим мы ему забрать, это точно. Да-да-да-да, дружок. Ничего не выйдет. А вот вас, ребятки, мы отсюда сбросим. Так, пока нейтральная. Да, нейтральная. Там генерал бежит. Все-таки увидел. Подойдем сейчас чуть ближе. Вот такая вот пальба начинается. Прям как в Наполеоне. Ну... А вы почему не стреляете? Вы же можете стрелять. Командующему грозит смертельная опасность! Нормально, нормально, работаем. Убить генерала бы. Все, все хорошо. Пока он не видит, мы сейчас генерала убьем. Военачальник убит? Убит. Проспал ты, дружок. Прекрасная новость! Вражеский командующий убит! Теперь оббегаем. Французов сейчас убьем. А уже белые тигры мне особо не страшны. Я чё, патрон... А, это ополчение. Да, 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 да. У меня генерал живой. Все. Привет, дружище.
теперь все хорошо. Поможем, паника среди населения. Victory! И победа. ГГ. Не ждал я, что будет французская пехота морская. Мощные, конечно, ребятки, но одним отрядом выиграть нельзя. Очень удачно я завязал здесь бой и со спины убил военачальника. Убил военачальника, выиграл сражение. И благо сохранил своего. Так. Левелочки. Ну и что мы там получаем? Еще красных медведей. Отряд ветеранов. Ну пока возьмем. Если что, потом будут новые ветераны. Я, конечно же, скину. Навыки персонажа у меня нету. Ну и у нас следующий бой. За отряд Шиншигуми, полицию Сёгана. Очень мне нравится по прохождению за Айдзу, или как-то так клан назывался, да? Да, Айдзу, по-моему. Вот этот юнит прям радовал он меня. Как он будет себя показывать в игре непосредственно против человека, мы посмотрим. Ну, он как и пехотный юнит, так и стрелковый неплохой, то есть, ну, универсальный просто. Поэтому я думаю, что он, ну, действительно будет классным. Так, ну что, поиск врага, ну и на паузу. Противник найден. Это пятое серебро, да? Пятая бронза, пардонте. Так, секундочку, поудобнее, надо сесть. Тоже из заката самураев. И у нас здесь уже большая армия. Поэтому нужно быстренько сейчас добавить три отряда ветеранов. Так. Из красных медведей состоящих. Вы, ребятки, отдохните. Вы повоюете. Так, 1670. И еще у меня есть отряд, к примеру, тех же самых катанщиков. 1820, да, вот так вот сделаем. Все, пожелаем ему удачи. Так, ополчение сюда. Вы сюда. Вы сюда. Так, все, по-моему. Прекрасно будет. Все, да, он готов к бою. Альфа. Не успел посмотреть его статистику, ну да ладно. Горный хребет Хаппо. Горный хребет. Возвышенности, все дела. То же самое, вначале захват ключевых точек, ну а потом уже сражение. Только так, никак иначе. Так, красные медведи. Ну, нам дауна. Нам идти вот сюда. Что-то икота началась. Ополчение, наверное, давайте туда побежите. Потому что я думаю, он пренебрежет данной построечкой. Так, вы, ребятки, просто пока под защитой. Генерал, понятное дело. Ну, кавалерия, давайте пока так, по бокам. Мало ли, с какой стороны побегут враги. Ну, и можно начинать, в принципе. Ну, дадим ему немножко времени. Напишем, что мы готовы. А то, мало ли, он тоже думает. А, ну, он тоже готов. Так, ну и вперед. Как-нибудь, наверное, вот так вот будет самое то. Так, красный медведь он пустил туда. Тогда два отряда займут сейчас эту точку. Два
отряда здесь. Давайте пока бегом сюда. Пока не знаю. Ну, куча-куча красных медведей, белых тигров. Французская морская пехота есть. Так. Встал он в оборону. На помощь зовет еще один отряд. Я бы, знаете, что, наверное, вот так вот сделал бы. Кау сюда кинем. Я думаю, не страшно будет вот здесь вот, допустим, встать за домиком и захватить. А чё я туплю? Почему я не захватываю? Ну, да, это бывает у меня такое. Я сейчас подрастерялся немножко. Мы сейчас сюда убежим. Святилище он захватывает. Понеслась стрельба. А, это красные птицы. Так, ну а вы давайте сюда. Нет, только не вы, а вот вы. Вперед убить. Сейчас мы попробуем его начальника уничтожить. А это кто такие? Французская пехота, да? Белые тигры. Все, хорошо. Генерал минус. Кавалерия вовремя пробежалась. Ваши воины отступают! Это уже пофиг. Тут рельеф неудачный, да? Да, я не могу стрелять. Да бог с ним. Черт, а кто такие? Красные птицы, они имеют атаку неплохую, оказывается. Расстреляем их. Враг уничтожил весь отряд. Во-во-во, нормально так дали залп. Угу. Отлично. Пехота рубит. Щепки летят. У меня еще кавалерия есть. Один отряд, который сейчас сделает все красиво. Нету генерала. И он завершает сражение. Понимает, что без генерала воевать ему бессмысленно. Вот так вот. Всегда контролируйте своего военачальника. Не оставляйте его без прикрытия. Иначе это может аукнуться. Как было сейчас на ваших экранах. Ну и по мне так легкая победа. Захвачено. Да, есть у меня Шиншигуми теперь. 35 на 40 и там, по-моему, колоссальная атака защита. Вот только вкачать бы его еще. Несколько ветеранчиков таких. И вообще будет шикарно. Ярики. Нет, мне не нужен еще один отряд ярики. Боевой дух 10. Атака 10. Защита 8. Шиншигуми. Вот такие вот воины. Отлично. Ну что ж. По-моему, плода очень даже продуктивно. 3 боя, 3 победы. В этом самом. Вот они, кстати, красные птицы. В
в духе Турука. На этом с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии и ждите новых серий. Пока!